Всех приветствую себя на канале. Давайте сегодня посмотрим второй прогноз для Козерогов на май 2024 года. Что ожидает Козерогов в мае 2024 года? Основной фон месяца. Работа, карьера, финансы, имущество, личная жизнь, события. Важное то, что происходит рядом с вами. Подсказка от оракула. Итак, основной фон месяца. Это полное наслаждение собой, своей жизнью, все 33 удовольствия. Так во всех сферах жизни. То есть, чтобы дальше будем открывать карты, чтобы там они нам не показывали, чтобы там ни происходило, вас это ничуть не смутит. Вам есть чем заняться, вам есть чем себя радовать. Ну и... Значит, люди, которые вот, если на характеристику личности, например, выпадает этот аркан, они очень привлекательны для других. Можете вот как бы стать центром притяжения для других людей и будете наслаждаться их вниманием. Вот так еще может отыгрываться. Но прежде всего это, конечно, карта собственных удовольствий. Может проигрываться как карта эгоизма, но это время на себя. Давайте посмотрим работу. Десятка жезлов. Вот. Опять, да, если сравнивать с классикой, ну и здесь, в принципе, тоже видно, что это человек под гнетом, под грузом. Но если в классике там вязанка дров, которая гнет к земле, здесь к земле девушку гнет прекрасный букет цветов, и на этом она совершенно, по-моему, не собирается останавливаться, потому что она тянет руку за тем, чтобы сорвать еще один цветок. И здесь, скорее всего, эта карта... когда своя ноша не тянет. То есть даже если на работе аврал, даже если завал, вы готовы взять на себя еще, потому что это, скорее всего, будет для вас очень выгодно и перспективно. То есть здесь вся работа, которую вы принимаете на себя, вы точно знаете, что вы за это получите либо премию, либо дополнительную оплату, либо повышение заработной платы. И об этом вот говорит как раз девятка пентаклей. То есть это набрать себе массу заказов, значит, поставить в очередь массу клиентов, да, и вы знаете, что вы справитесь с этим во что бы то ни стало. У вас есть силы, у вас есть желание. Вообще, это желание вот именно взять побольше работы с целью заработать денег. То есть вот вы не боитесь, что вы с чем-то не справитесь. Нет лени, нет апатии, нет страхов, переживаний каких-то. Это вот взять на себя по максимуму. И это, знаете, еще... куй железо, пока горячо, да, вот пока есть поток клиентский, пока, значит, вы востребованы, может быть, пока, еще эта карта говорит о том, что, может быть, у вас сейчас нет конкуренции, поэтому вы как единоличный представитель, да, там, в данной сфере, просто вот... берете на себя, да, все вот эти вот заказы, обязательства и так далее. Но это вот здесь, вот я здесь по этой карте тяжести не вижу, да, она согнулась, но, скорее всего, просто потому что этот букет, этот груз как-то надо держать. Ну, вот надо взять еще один, знаете, одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, четвертая мерещится. Один вот тюльпан она берет, возможно, она уже посматривает на другой, и шансов еще множество. То есть работа не початый край, ну и, по-моему, она готова унести на себе это все. Ну, для тех, кто ищет работу по соискателям, это может быть масса предложений. Это может быть трудности с поиском времени, выделением времени на эти собеседования, потому что немножко такой есть гнет, но тем не менее, как-то вы в свой график это вставляете, находите время и предложения эти принимаете, по крайней мере, рассматриваете. Ну, могут быть ценные предложения, ценные, интересные такие предложения, чтобы принять их и рассмотреть. Давайте посмотрим финансовую сферу, хотя мы уже и так видим, что все хорошо. Так, карта колесницы, но здесь она у нас изображена вот как улитка. То есть движется, но движется медленно. Доход постепенно ваш растет. Тише едешь, дальше будешь, да, но это, знаете, может быть как вариант
если рассматривать, например, ваши сбережения, вклады, это когда вы выбираете наименее рискованный способ повышения ваших доходов. Может быть, выбираете, например, вклад там с меньшей процентной ставкой, но более стабильный там какой-то, я не знаю, это что-то вот такое, нежели чем, да, выбираете самую высокую процентную ставку, но которая сопряжена с каким-то риском либо какими-то дополнительными расходами. То есть здесь вот медленный, но верный рост ваших доходов. Может быть, приобретение для кого-то движимого имущества, ну, автомобиля или еще чего-то. Так, личная жизнь. Четверка кубков. Ну, здесь смотрите, что для тех, кто в паре, это, ну, здесь изображается нежелание, да, общаться. Вот здесь птичка подносит зонтик девушке, а та на него не реагирует, отвернута. Если смотреть сочетание девятка пентаклей, это, ну, желание, опять же, заниматься собой, побыть в собственных интересах, не исключена какая-то мелкая ссора, обида на вашего партнера, и такое ощущение, что, ну, это, знаете, больше как такая маска, показать характер, немножко проманипулировать, показать, ну, мне сейчас хорошо и без тебя по девятке пентаклей, так что иди ты там со своим зонтиком пока. Вот. Но, тем не менее, партнер, он все равно держит вот этот зонтик, здесь, да, изображена птичка, держит зонтик над девушкой, все-таки дождь на нее не попадает, я надеюсь, что вам видно, то есть вот здесь по краям вот эти вот капли, а здесь все-таки, то есть как бы вы не вели себя с партнером, как бы эгоистично, может быть, вы не вели себя с партнером, человек все равно, он к вам с душой, с добротой, то есть хочет примириться, хочет гармоничных отношений, но вот пока может быть такой эпизод какой-то вот обиды, или это называется, да, показать характер. Поэтому если у кого-то был такой момент, то непременно это все наладится, вы важны человеку, вы нужны, партнер к вам проявляет заботу по этой карте, но вы тут немножко отворачиваетесь, потому что вот решили показать себя. Для тех, кто пару ищет, возможно, предложение, да, опять же, вот к вам предложение с зонтиком, да, кто-то к вам проявляет симпатию, заботу, может вас куда-то приглашать, но, может быть, как вы считаете, не вашего поля ягоды, да, то есть не то пальто, не для вас этот партнер, можете от него отворачиваться, но, тем не менее, предложения о встречах, свиданиях могут быть. Давайте посмотрим события рядом с вами. Так, что-то кто-то рядом с вами переживает. Кто это и о чем он переживает? Ну, по девятке пентаклей, я так вижу, вас это мало интересует. Мало вас это интересует. Может быть, это как раз тот партнер по личной жизни, который к вам заботу, внимание проявляет, а вы от него отворачиваетесь. Или кто-то другой. Кого-то, вот, кому-то вас не хватает. Опять же, да, мне кажется, что это именно вот для тех, кто в паре, кто по личной жизни, кто к вам проявляет заботу, внимание, кто без вас тоскует, пятерка пентаклей, и переживает, а вы отворачиваетесь. Я вижу, что это указание на партнера по личной жизни вашей, либо опять на потенциального вашего партнера-ухажера. Что здесь еще? Да, да, это по семье, это пара. Это вот, поэтому, знаете, здесь как совет, не заигрывайтесь со своим эгоизмом, да, с тем, что вы хотите вот это показать лицо. Может быть, если вы хотите это сделать чуть-чуть, да, для понимания, для того, чтобы показать, что у вас есть там чувство собственного достоинства, гордость, это, опять же, надо разбирать подробную ситуацию. Здесь, да, мы не будем этого делать, но все-таки это карта указания о том, что человек очень хочет к вам, очень хочет ваше внимание, вашей заботы, и сильно вот в эти игры не заигрывайтесь, да, он уже очень сильно там по вам страдает, переживает, и вам не хватает, ему не хватает вашего внимания, поэтому здесь вот рассматривание птичек по сторонам и своих ноготков, но это все в меру. Давайте посмотрим подсказку от оракула. Радуга, продвижение и течение. Удачное стечение обстоятельств, удачное развитие событий. Это действительно как радуга, может быть, какая-то удача.
крепкая почва под ногами, то есть вы движетесь к своей цели, и плюс еще и обстоятельства, вот здесь изображена карта течения, обстоятельства помогают сами, плюсы выносят, то есть выносят вас к своей цели, к достижению поставленных задач и так далее. Здесь карты говорят о том, что здесь вам сопутствует все. И ваш опыт, знания, умения, сила, и удачное стечение обстоятельств, и вообще сейчас благоприятное какое-то время для того, чтобы для ваших достижений. Ну, здесь оно и понятно. Энергии много у вас здесь в раскладе, но немножко страдают вот личные отношения. И опять же, все в ваших руках здесь. Ну, здесь такой у вас период наслаждения жизнью, хочется сказать, там, седлай волну, да, вот. Я уже сказала, да, здесь вот так. Но, в принципе, хороший такой позитивный расклад. А то, что в личной жизни, если были какие-то недопонимания, они у вас наладятся опять, в первую очередь, благодаря вашим действиям, вашему поведению. Вот такой был расклад для вас. Спасибо вам за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на Дзен, YouTube, Telegram. И всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.